семьей в него ходим только летом. Надо взять большой рюкзак, чтобы пойти в него. Когда мы идем, то живем в палатках. Это когда ты идешь. Ой! Сначала там куда-то смотришь, там фотографируешь, а когда вечер наступает, поешь, палатку расстелишь и в палатке будешь спать. Чтобы в поход пойти, надо придумать маршрут.